Народ, всем привет, всем здравствуйте. Ну и поскольку я лично еще не обновился до 10.5, поэтому решил посмотреть, что сейчас предлагается в игре. И, о боги, появился живучий TL7120. На самом деле, ребята, за 12500, наверное, даже можно его и прикупить, посмотреть, что это такое. Но, честно могу сказать, танк максимально непонятен для меня. Я не совсем понимаю, что у него от ТТ, кроме как неплохого ВЛД. Он достаточно медленный, у него сносное орудие, но задний ход никакущий. Нет какого-то мега урона, нет каких-то мега УВ. Давайте просто разберемся вообще, что это такое. Но прежде надо его, конечно же, привести в чувство, потому что я, по-моему, его продавал, если я не путаю, на какие-то там коробки. Ну, как обычно это бывает, ребят. Здесь я ставлю по классике. У него нету какого-то супер снаряжения, амуниции, у него все типично, стандартно. Так дайте ему какую-то фишку. Ну, может быть, в геймплей. Или лично я не понял, пацаны, если вы разобрались, напишите об этом в комментарии, я пока не понял. У него, кстати говоря, неплохое, действительно неплохое орудие, стабилизация какая-никакая есть. Каких-то сумасшедших фугасов нету, поэтому я вот как бы вот так вот не буду злоупотреблять. Давайте по характеристикам этой машины. Так, прочка 2000, но у меня плюс к броне. Броня в башне вроде есть 230 мм во лбу, так в бортах башни 70, в корме 45. Ну, как бы в бортах, в корме ничего нового, экранов нету. В корпусе во лбу 108, не, ну корпус реально нормальный, ребята, корпус, лоб корпуса действительно неплохо, ВЛДХ танчит нормально. Нижний бронелист маленький, хорошо, плюсик ставим, есть. Маскировки нету, обзор 282, урон, ну, 2500, ребят. Посмотрите вчерашний обзор. У меня СТ 7 уровня. СТ 7 уровня имеет такой ДПМ. 2500, даже больше. Здесь 2545. Время перезарядки 9,4. Пробитие на кумулях 330. Ну вот да, пробитие. Ладно, пробитие хорошее, ребят, для девятки. 330. Некалиброванные девятки, это нормально. Так, средний урон 400, на кумулях 340, на фугасах 515, сведение 3,8, разброс 0,326. А если мы вот так вот поставим, ну, о, может быть так? 0,293. Так, а сведение тогда сколько будет? 4,1. Ну, хорошо, поиграем, посмотрим. Вен 7. Блин, этого реально мало. Максималка 36. Назад 10 км в час, ребята. Это как Т-95, наверное, назад едет. Тяговооруженный 17,4, но он не супер быстрый. Скорость башни 26, корпуса 38. Так, ну что, пришло время посмотреть, что эта штука может в рендоме. Я надеюсь, кинет сначала. Спасибо. Против восьмера хотел сказать я, но играем против десяток. Мидлбург. Ну, по-хорошему, нам бы в город. По-хорошему. Эта штука, кстати говоря, через каток, по-моему, нормально пробивается. Поэтому тут тоже очень аккуратно. Не-не-не, надо в город, пацаны. Надо в город. Да какой наверх? Ты чё, 215-й, ты упал? Ты против одной ЛТ там будешь сражаться? Что с ним не так, пацаны? Даже СТ оттуда валит. Он едет, ребята, в гору. В итоге, ну посмотри на него, ребят. Ну что вы скажете про него? Нормально. Орудие нормальное, ребята, досталось танку. Ну выйдешь еще раз? Нет, не выйдет. Ну, он понятно, он уже видит, тут уже большинство наших, он не будет вылезать просто. О, привет. Повезло вообще, ты видел, как долго? Но это у меня, ребята, потому что точно стоит, поэтому он так бок сводится. Супер, коняра уже тут приехала. Ужас. Посмотри, задний ход. Понял, да? Задний ход просто забей. Надо, ребята, продвигаться вперед, потому что... Сзади приедут. 1100 урона есть. Хорошо. Ну, супер конь очень большую ошибку сделал. Зачем он это вообще творит? Вообще, зачем он это сделал? Я не понял, ребята, его. 215-й, ребята, один там сражается. Сотка фульная была. Фульная сюда соточка приехала, ребят. Фул хп было у нее. Ай-яй-яй-яй-яй, еще повезло.
Еще повезло. Боже, но это моя ошибка. Опять не смотрю на мини-карту. Что там бабаха, блин, бесплатная стоит. Ой, хорошо. Нет, урон хороший, ребят, танк может выдать. Хорошо, он КД. На два раза. Ай-яй-яй-яй-яй. Два раза, я думал, успею дать. Не успел два раза дать. Ладно, трешечка есть. Против десяток не так плохо. 3-300, 3-400 даже практически. Нормально. 215 там в итоге зажил каким-то чудесным образом. Ну, кстати говоря, в итоге неплохо, что он туда поехал. Они нас сзади не объехали. Это нормально. Так, 3-300, что по фарму? За 3-300 против десяток. И, по-моему, фраг какой-то я даже сделал. 53 тысячи. Ну, опять, ребят, это уже становится классикой. Не, дружище, извини. В итоге ты был неплох. Но изначально твои действия казались странными. Вот. А классическое выражение уже могу сказать, что танк не для фарма, но в минус уходить не будешь на нем. Вот, идем дальше. Блин, я даже взял бы его, я вам серьезно говорю. Этот танк не для того, чтобы там апать статистику, да, свою. Но за 12509-ку, а почему нет? Блин, интересный геймплей. Да, интересный, не, хотя бы что-то необычное такое. Какой-то не имба, но необычный танк. Девятка 12500. Раньше восьмерки продавали в два раза дороже, мне кажется. Я налево поеду. Мы в топе, кстати. Мы в топе. Сегодня, ребят, приходите на стрим. Примерно в 20.00. Будем, ребят, катать всю ветку Аминотавра. Так, Ванюша Петров, я тебе не могу ответить, так что извини. Да, видос. Видос. Именно он. Тебе привет. Так. Их вон где они. Повезло. Проедешь? Нет, я не хочу просто выезжать. Там ПТ могут стоять спокойно. Ты решил проверить, да? Поехал. Хорошо. Вот это сейчас плохо. Вот это плохо. Две ПТ, ребят. Две ПТ. Ну, походу их нету тут. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, во, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, задний ход. Это просто катастрофа, ребят, у танка. Плохо, 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 плохо. Он доворачивал башню, можно было пробивать. Блин, медлительность танка, ребят, конечно, заска... 1500 всего дал. 1500. А, у меня еще, ребята, кстати говоря, я не могу никого таранить, я мини-пиздрический чувачок, без массы. Ой, ладно, 2000 есть. Кто там из ПТ? Сушка где-то стоит. Ну, мне повезет, если она тут, иначе урона не будет вообще. Ну, пацаны, какой бой есть, так что сорян. Не, его тут нету. А, плохо дело. Но зато первые 3.5. Ну, не летит просто, ребят. Надо было досвестись. 4-1 секунда, надо сводиться. Хотя бы так. Надо было за... Ладно, еду за сушкой, я надеюсь, успею, пацаны. Вот. Танк прикольный. Но не для всех. Чисто для коллег. Я не успею по сушке дать, он единственный, кто остался. Я не... Ну, посмотри, как его разбирает. Ладно. 2300, и то неплохо. Ладно, посмотрим, что будет, если вы не настреливаете урон вообще. Ну, бои, вы видели бои какие. Жаль, что в Е75 я, ребят, не пробил. Но он доворачивал башню, я в маску его целил. А 2370. Так, 920 заблокированного урона. Танк не для того, чтобы там, ну, вы поняли, да, чтобы там
танковать вообще. Он через каток пробивается очень быстро. Так, Ванюша Петров, 1998. Ну, тебе, видимо, в этом бою чуть не повезло. Вот. Стоит покупать или нет за 12500? Да. Для того, чтобы нагибать? Нет, ребят, сразу. Это немножко мимо. Для того, чтобы нагибать, это К91, это 752. Блин, 452, наверное, даже будет поинтереснее, чем ТЛ-720. Честно. Возьмете, поиграете 100 боев и забудете. Вот такое отношение у меня к этому танку. Но за 12500 проходить мимо, наверное, не стоит. Но с другой стороны, ребят, сейчас уже новогодние коробки с завтрашнего дня начинаются. Вот, поэтому я думаю, что золото найдете куда потратить. Вот, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что поставили лайк, написали какой-то комментарий. Всем до новых встреч и пока-пока.